Арктика без алкоголя. В рамках Дня трезвости в Якутске 5 сентября начнет работу конгресс на тему снижения масштабов употребления алкоголя в республике. Ожидается приезд докторов со всей республики, также из Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Пройдет также выставка социальных проектных программ по профилактике употребления алкоголя. Всех желающих принять участие в работе конгресса и ознакомиться с передовым российским опытом по профилактике алкоголизма и других психоактивных веществ мы приглашаем 8-9 сентября в культурный центр «Сергеляские огни» Северо-Восточного федерального университета.